В болгарском городе Рус зверски убили журналистку и ведущую Викторию Маринову. Она разоблачала махинации со средствами ЕС. Тело 30-летней женщины нашел местный житель в зеленой зоне вблизи Дуная. Неподалеку был припаркован ее автомобиль. Согласно выводам криминалистов, смерть наступила в результате удара по голове и удушения. Столь жестокого убийства в этом городе еще не было. Полиция сейчас отрабатывает несколько версий, в частности, профессиональную деятельность журналистки.